Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ай, ты черт, там направо. Там направо, блин. Воу, фак. Парень, ты где? Кого-то угробил я. Ты живой? А, вот ты где. Ух ты, черт. Сорян, братан, я правда этого не хотел, но... Ну, видал, у него все не так уж и плохо. Всем огромный привет, друзья, с вами Гус, это Project Cars 2, вновь использую я Field Track от компании Field Customs. И, в общем-то, сегодня у нас новенькая серия, в прошлой серии мы гоняли в группе Формула Руки, и вы сказали, что, ну, скучновато, поэтому я быстренько эту группу прошел. Я тут стою на обочине, пытаюсь никому не мешать. Я быстренько эту группу прошел, и теперь у нас Джинетта, кажется, так она называется, GT5. Вот так вот выглядит наша тачка, но, правда, я буду переключаться на лепестки, не просто потому, что мне так удобнее, нет, просто я обрезал сейчас камеру, мне лень сейчас все здесь заново переставлять, и поэтому, если я буду на ручки переключать, вы эту руку просто не будете видеть, так что, ну, будет стрёмненько, как мне кажется. И что тут у нас еще есть? Да все, больше ничего интересного вам показать не могу, ладно. Давай начнем уже эту карьеру. Начало сезона. Нам нужен хороший результат. Ну, давай попробуем. Так, что у нас там? А, нормально. Да блин, лучше не смотреть в зеркало заднего вида, черт! Ой, да что ж такое-то? Вот стоило мне отвлечься на зеркало заднего вида, и там уже надо было поворачивать. Ну, я, кстати, заметил, да, вот это то... Заранее сорян, ребят, за вот этот вот торчащий ручник в кадре. Первую гонку я отснял и лишь потом уже увидел, что он торчит, и я его, ну, не обрезал. Так что сорян, во второй гонке все будет тип-топ. Так, главное сейчас грамотный старт. Ну, не совсем он был грамотный, как-то я... Поздновато я стартанул. Можно было бы быстрее. Так, быстренько здесь... Проходим, пока они тут медленно едут. Я знаю, они тут тупят на старте. Чем мы сейчас и воспользуемся. О, воу. Порядок. Да, чисто. Вообще чистяк, чувак. Я там чуть не вылетел. Слушай, ну мне уже нравится эта машина. Я очень нервно жму на газ, на тормоз, работаю рулем... Вообще совсем не плавно. И при этом мне это все прощается. Слушай, не понял, что чувак. Вообще остановился там паренек. Да ну нахрен. Нет. Подождите. Я сейчас сбавлю скорость где-нибудь. Вот здесь вот. Блин, ну мастер просто. Сбавлять скорость. Ладно, девятое место у нас, давай продолжаем. Так, что у нас там? О, нифига, у меня отрыв какой хороший. Сука, я же говорил не смотреть в зеркало заднего вида. У меня вон карта есть, что я в зеркало в это смотрю? Точняк. Не, ну эту карту я себе в помощники включил, конечно. По-хорошему, типа по хардкору, вот как я хочу кататься по хардкору в Project Cars 2, я буду, наверное, ну, на будущее отключать карту, чтобы, ну как в реал гонках, знаешь, мне там будет мой механик, да, говорит, что к чему, чтобы, ну, надо было по сторонам вот так смотреть по зеркалам и так далее. Я считаю, это прикольнее будет. Тихо. Мне кажется, здесь вполне можно на третьей передаче оставаться, а не переключаться на вторую. Кстати, что у меня там? Сколько у меня передач всего, интересно? 5, наверное. Воу. Ну, блин, у них у всех там одна и та же проблема. Постоянно те, кто глубоко внутри этого поворота, они там чуть ли не останавливаются. В чем беда, я не знаю, у этих людей. Не-не-не-не-не-не-не, хотел... Хотя... Блин. Нет, возвращаюсь на восьмое место.
грязно. Это было очень грязно, меня за это сразу штрафанули. Я хотел там обогнать в самом начале, но потом передумал, потому что, ну, мог там врезаться уже в кого-то. Но в итоге у меня... Блин, ну слушай, как я такой вид это не люблю, а? Вот здесь выход у меня быстрее, по идее, должен был быть. Нет? Так, слева, слева. Вот не надо так блокировать колеса, вы слышали этот звук. Но просто здесь Project Cars 2, у меня сейчас не стоит мод тормоза, но на самом деле я его всегда ставлю обычно, когда играю в Project Cars 2, потому что, ну, здесь очень стрёмно играть, когда у вас очень мягкая педаль тормоза, потому что здесь даже с включенным ABS, здесь ABS не так работает, как Gran Turismo. В Gran Turismo ABS работает, ну, практически в идеале, там... Я не знаю лично людей, которые выключают ABS, потому что, ну, она действительно идеально там работает. Здесь, даже если ты на максимум выкрутишь ABS, ты достаточно легко можешь заблокировать колеса. И здесь с тормозом надо быть очень аккуратным. А когда у вас такая мягкая педалька, то это как-то не особо получается. Воу, нифига как он вильнул от меня. Ну, правильно, от дураков надо... держаться подальше. Воу-воу-воу-воу! Блин, заехал на этот поребрик правый, и меня прям крутнуло очень сильно в сторону. Нормально, я оторвался. Блин! Испугал меня! Я хочу еще третье место... повоевать за третье место, но я был очень медленный в этом повороте. Вряд ли я уже смогу его обогнать сейчас. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Топи-топи-топи-топи! А, да нет, все, там уже финиш. Ну, четвертое место тоже неплохо. Вот сейчас мне понравилось кататься с фритреком, а не то, что вот в ралли мне было непривычно, но там, знаешь, что еще в ралли, я заметил, в дёрт ралли мне не понравилось, там поворачиваешь в сторону, и как бы машина поворачивает в сторону, а у тебя голова смотрит прямо, как бы из окна практически выглядывает, это как-то, ну это как-то неправильно, вот здесь в Project Cars 2 такого нет, и здесь все как-то поплавнее, или может быть я в этот раз получше настроил, но было прикольно, я все хочу больше уделять времени Project Cars 2 и фритреку, чтобы уже в дальнейшем и отключать карту, и, ну, чтобы было вот вообще атмосферно, знаешь, чтобы надо было по зеркалам смотреть, где там твой противник и так далее. Вот, четвертое место, и сейчас у нас будет вторая гонка. Итак, у нас вторая гонка, Silverstone, и, кстати, этот трек я тоже нифига не знаю. Такой легендарный трек, но... Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ай, ты черт, там направо! Там направо, блин! Воу, фак! Парень, ты где? Кого-то угробил я. Ты живой? А, вот ты где. Ух ты, черт! Сорян, братан, я правда этого не хотел, ну... Соответственно, здесь тоже постоянно вот так вот постоянно едет. Вот. Я из-за этого не вижу... Ой, ой, да ну нахер! Ух ты, черт, сука, гребаный Project Cars 2. Ну вот немножко заговорился, заехал в лужу и все. И просто все, и приехал. И только что я вам рассказывал, как легко на этой машине, как здесь вообще изи на первом месте проехать. Черт! Короче говоря, вы видели сейчас небольшие нарезочки. Там я не раз разбился и... У меня стояла сложность 85, я после первой гонки... Первая гонка у нас была сложность 80, потом я поставил 85. И, ты знаешь, мне по-прежнему было очень легко. Да, я там разбивался, но разбивался я, потому что я сам ошибался. Ну, просто отвлекался. Отвлекался, а в дождь отвлекаться вообще нельзя. Хоть у меня и стоят сейчас стабильные настройки... Но отвлекаться все же нельзя. И, в общем-то, после всего этого я сейчас поставил...
Поставил сложность 90, потому что, ну, я не знаю, либо это влияние дождя на моих соперников, что они такие медленные, либо это потому что группа такая, то есть это еще класс такой все же для новичков по-прежнему. Я не знаю, но я просто... Надо помягче тормозить, помягче. Слышите этот звук? Я просто вспоминаю прошлые выпуски по Project Cars 2, где группа была, я сейчас не вспомню, но у нас был старенький Porsche. Старенький Porsche, причем турбированный, и я помню, как сжималось у меня очко, когда на 6 или 7 тысячах, особенно на первой и второй передаче, включалась турбина. Я просто, блин, ссал там кипятком, потому что включалась турбина и увеличилась резко мощность, и машина просто срывалась на ровном ходу, на ровном месте. Машину могло сорвать только так. Возможно, тогда мне было тяжело именно потому, что сама машина в управлении была очень тяжелой. Тихо-тихо, он еще там. Все, отлично. Здесь просто сейчас на этих тачках, да, на этой Джинетте, супер легко. Я еще сейчас, конечно, в дождь немного, ну, схитрил. Я поставил стабильные настройки. Так, вот сейчас я торможу поаккуратнее. Смотри, как эффективно. Воу, 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 сорян, это моя вина. Он перестраивался, он меня не видел наверняка. Он ехал по своей траектории. Вот эта грёбаная лужа, которая меня погубила. Она здесь к концу... к концу третьего круга она становится достаточно большой. Блин, я просто заболтался, попал в эту лужу и все, и тут же потерял управление. Вот видишь, я сейчас очень резко сбрасываю передачи. При этом у меня... Эй, что-то меня там выгоняют. При этом я неверно сбросил эти передачи, то есть у меня достаточно... Секунду. Да, я сейчас, наверное, потеряю... Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо, да тихо ты, ёб твою мать! Ну кто вот в этом виноват, а? Надо будет смотреть на повторе. Я все, я сбился, я забыл, что я говорил. Ну слушай, ну они по прямой вообще ни хрена не едут. Ребята, что с вами не так? 90 стоит сложность. Нет, здесь явно что-то не так. Смотри, меня только что выбили, я без проблем возвращаюсь на... На какое? На первое место, что ли? Да ладно, блин. В общем, я могу очень резко сбрасывать передачи. То есть даже слишком рано, когда еще обороты там зашкаливают. И нифига, это... Ну, то есть... Еще один круг, что ли? Блин! Черт, я уже думал, все, конец. В общем, ну, машина просто легче легкого. Я вот сейчас еду и даже не думаю. Опять же, на том же стареньком Porsche, на котором я катался, если ты резко сбросишься до второй передачи, да, когда у тебя еще слишком большая разница в оборотах, блин, не знаю, правильно я высказываюсь или нет, в общем, там просто моментально теряешь управление. Здесь, пофигу, мне кажется, я с четвертой могу на первую сброситься, и она все равно будет как-то, ну, будет стабильней, скажем так. Ой, да, о-о-о! Сука, блин, опять эта лужа там, походу, была. Но в этот раз я отжал вовремя газ, меня повело. Все, до свидания. Ох, не знаю, сейчас, наверное, давай последнюю гонку проедем мы в этом чемпионате. Также на сложности 90. Я уже очкую, я смотрю, где эти лужи. И просто там не газую, потому что... Управление легко потерять. Сейчас последние
Гонку проедем, также будет сложность 90, и посмотрим, как они поедут в сухую погоду. Куда ты поехал? Газуй, 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 газуй. Вы чё, блин? Ну... Дёрти Райдер, блин. Вот как меня зовут. Блин, я же... Да просто сама чернота, блин. Все, я настроен серьезно. Очень плохо я знаю этот трек. Очень плохо. И вот, знаешь, после этой гонки мне хочется пойти в Gran Turismo Sport и выучить этот трек, потому что... Сложность 90 стоит, и я просто дернул всех на старт. С последнего места. Не, ну это что-то несерьезно. Ну это что-то вот вообще несерьезно. Повторюсь, в Gran Turismo Sport есть этот трек, и я этот трек не знаю. Я, в принципе, постепенно учу новые треки в Gran Turismo Sport, и уже многие из них я знаю. Но вот Brands Hatch, к сожалению, еще не выучил. И вот после этой гонки мне хочется пойти в Gran Turismo Sport и выучить там этот трек, потому что там есть, он там есть в знакомстве с трассами, и, ну, вы знаете, как кто играл в GTS, понимаете, да, там очень подробно все рассказывают, где тормозить, где какие ориентиры, на что обращать внимание, и когда, сука, включать дворники, ну... Во-во-во, это было стрёмно, да, мой косяк. Мне нравятся еще эти машины, достаточно крепенькие. Даже на тачках группы GT3 там вот, можно пару легеньких ударов, и там уже какие-то с обвесом проблемы, там уже начинает движок перегреваться и так далее. Здесь, мне кажется, автомобили покрепче. Это Джинетта. Я вот не знаю, как правильно проходить этот поворот. Поэтому я там очень сильно затормозил вначале, но вроде бы нормально, ничего. Я просто помню... Я помню, мне Фотон как-то рассказывал, пытался научить меня, как гонять на этом треке, и вот там какой-то есть подвох вот в самом первом вот этом повороте. Блин, что-то я начинаю плавать. О, поплыли, блин. Я надеюсь, это последний круг. А, нет, все, видишь, все. Пошел нахрен дождь, и они вообще скрылись с радаров. Мои соперники. В общем, кто знает, в чем дело со сложностью Project Cars 2, напишите. Я что-то нифига не понимаю, почему так легко. Во-во-во-во-во, спокойненько, спокойненько. Да еще, кстати, трек недостаточно влажный. Если он даст... Сухо. Сука, я думал, это лужа! Я думал, это лужа, а это тень! Да ты что, серьезно? Вот такой у нас будет конец? Да ты посмотри, они вообще еле едут! Как это возможно, нафиг? Не, ну это смешно, они вообще просто не едут. Что за дичь? У нас сейчас последний круг.
Пошел нахер, а? Аж бесит. Там еще? А, вот, все. Что-то аж настроения нет сейчас дальше. Ну хорошо, что это последний заезд, потому что вот. Ну, не знаю. Давай попробуем сосредоточиться, доехать до гребаного конца, потому что. Сейчас, вот сейчас уже трек стал очень мокрый. И здесь можно легко попасть в лужу и вылететь к чертям. Блин, ну как же я так... Это была гребаная тень на дереве, а я обделался и начал ее объезжать очень широко и вылетел. Вот это я лоханулся, конечно. Ну я вот просто еле-еле еду. И знаю, что меня никто не обгонит. А зачем меня обгонять? Я и так, блин, делов понаделаю тут. Вот оно, это местечко. А, знаешь, что я сейчас понял? Ой, блин, чуваки, я сейчас кое-что понял. Знаешь почему? Я всю гонку думаю, какого хрена у меня, я чуть-чуть вправо, постоянно у меня взгляд вправо косится вот этот. Я думаю, что, опять что-то фритрек неправильно настроил. Я сижу левее от телека, вот я только сейчас это допер. Я поставил чуть-чуть слева от телевизора свой кокпит, чтобы хромаки влазило, чтобы все было нормально. И получается, я смотрю не прямо, а чуть-чуть направо. И вот я постоянно забываю все вот эти вот нюансы с использованием фритрека. Потому что надо сидеть, блин, ровно по телеку, чтобы смотреть ровно. А я, получается, сижу левее, смотрю вот так вот по диагонали. И, естественно, он у меня и в гонке также. Я думаю, что он постоянно на эту правую стойку смотрит? Меня аж бесит. Я уже хотел опять тут что-то перенастраивать. Но нет, надо просто, блин, садиться ровно. Я никак... Не забуду, насколько важна точность при использовании фритрека. Вот так вот, первое место. Очень легко и, ну, скучновато, как мне кажется. Ну что ж, мы с вами завершили заезд в группе GT5 Джинета. И я очень рад, что это была короткая сессия, состоящая из трех заездов. И мы там с легкостью победили. Я рекомендую эту группу новичкам, кто только начинает играть в Project Cars 2. Вот прям начинайте Формула Руки, потом Джинета. И потом переходите, вот как я сейчас, уже в следующем выпуске. Мы будем кататься с вами в группе 4, GT4. И мы поедем на Toyota GT86 в обвесе от Rocket Bunny. Я даже не знаю, я даже не стал рассматривать другие тачки, когда увидел эту Toyota в этом обвесе. И, блин, ну, конечно, мы там не будем дрифтить, вы не думайте. Мы будем ехать достаточно спокойно. Кстати, здесь говорят, что по информации я прочитал, что там она достаточно легкая в управлении. Я еще думал, может быть, стоит выбрать нам прототипы, но потом я быстренько передумал, потому что я вспомнил, насколько они тяжелы. Может быть, будет как-нибудь выпуск, где я там прокачусь на каком-нибудь прототипе, но вот просто от начала до конца карьеру гонок проходить на прототипах я не буду. Тем более, что вот начинается группа 4, там уже у нас будет полная карьера, да, ну, длинная. Там будет побольше гонок, возможно, будут они более продолжительные, а не как я катался по 5 минут. Ну, в группе GT3 уж точно, потому что в следующем году уже будет в феврале чемпионат у Сонечка, где я буду кататься на, скорее всего, на Mercedes AMG из группы 3. Вот, поэтому мне надо, ну, привыкать к автомобилю, ну, и лишняя практика, она не повредит.
Вот, ну и я думаю, стоит внимание уделить и группе 4 тоже побольше. А на этом у меня все, друзья. Спасибо, что смотрели. Такой вот лайтовенький получился выпуск. С вами был Кус. Вы были на канале Кус Кус Рейсинг. И до новых гонок. Пока!